патрульную службу из Вышнего Волочка прислали вот такое видео. Река Цна, говорят местные жители, заполнилась промышленными стоками и канализационными выбросами. Рядом жилые дома и канализационный коллектор, стоки из которого через болото попадают в Цну. Люди жалуются на едкий запах сточного потока, из-за которого перестали открывать форточки в домах. За разъяснением ситуации патрульная служба обратилась в межрайонную природоохранную прокуратуру. По поступившему обращению по Вышневолоцкому муниципальному району в сбросе сточных вод в реку Цна прокуратуры была организована проверка с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора и Верхневолжского управления Роспотребнадзора, а также подведомственных им лабораторий. Это ФГБУ ЦЛАТИ и Центр гигиены и эпидемиологии. Специалистами в ходе проверки были отобраны пробы почвы, пробы сточной воды и пробы природной воды. С целью определения наличия загрязнения от сброса сточных вод с предприятия, которое осуществляет собственный прием и обработку сточных вод на территории муниципального района. Значит, в настоящее время результаты исследований пока в прокуратуру не поступили. Мы ожидаем их к концу следующей недели. По результатам исследований будет принято решение о наличии в действиях юридического лица, которое установлено наличие составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 76 от использования водного объекта без необходимых документов, а также части 4 статьи 8.13, то есть сброс загрязненных сточных вод в водный объект. Пока о наличии каких-либо административных правонарушений в деятельности предприятия говорить рано, необходимо дождаться заключения специалистов. О результатах проведенной проверки мы сообщим дополнительно. О результатах экспертиз мы сообщим в патрульной службе.